Всем привет, дорогие друзья, это Сова, и у нас сегодня с вами новый проект. Проект называется Far Lone Sales. Мне его в Дискорде присоветовали. Тут что-то я так понял про постапокалиптику. И у нас, видимо, будет какой-то интромультик, давайте его посмотрим. Нет, интромультика у нас не будет. Значит, еще порассуждаем. Короче говоря, что-то про постапокалиптику, где надо прям не спеша где-то куда-то ехать, что-то делать. В общем, человек, который советовал, говорит, вообще отвал башки. Посмотрим сейчас, отвал или не отвал, башки или не башки. Будем, так сказать, проверять. Я специально сегодня не брился с утра, для того, чтобы лучше соответствовать постапокалиптическому образу. Что-то еще можно сказать. Да хрен его знает, давайте посмотрим. Так, ну а чтобы посмотреть, значит, ходим мы так, VASD, прыгать можно вверх и на пробел одновременно. Это мы играем за красную шапочку, а это, видимо, волк, могилка волка. Ну что ж, ладно, пойдем. В. Ну ладно. Короче говоря, если еще раз нажать, все выключается. А как мне попасть? Не, сейчас, погоди. А как мне попасть наверх? Ага. Ничего не понятно, но очень интересно, как говорится. Хорошо, пошли наверх, еще наверх, 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 наверх. X. X это приблизиться. А колесиком там что-нибудь можно? Нет? Так, мышка здесь вообще не фигурирует никаким образом, судя по всему. Значит, ладно, перемещаем вторую лапу тогда на клавиатурку. Хорошо. Значит, тут мы такие, типа, чпок-чпок-чпок, и спустились вниз. Это у нас есть чемоданчик, и можно вот туда вот пройти. Зачем-то. Зачем я несу этот почтовый... Куда я несу этот почтовый ящик? Ну, пойдем прогуляемся, я не знаю. Чаечка. Это игра про то, как можно притащить почтовый ящик далеко. А, о, смотри. О, какая хрень. Вот эта тема. Так, как там приблизиться? Мне кажется, этот почтовый ящик пора уже где-то бросить. Значит, мы сейчас на вот этом мегатракторе, судя по всему, будем перемещаться. Я так подозреваю. Что там? Это что такое? Так, ну-ка, положи. Как положить? На В, да? Пока ни хрена не понятно. Пока у нас все типа на стопе стоит. Стоит на стопе, здесь можно вылезти отсюда. У нас что-то либо нет энергии, либо есть энергия. Так, что такое? Угу, а это что такое?
Ничего не понятно. Так, ну-ка, вези меня наверх, лифтец. А это что? Ага. Так, я, кажется, понял. Это, значит, так, это мы останавливаемся. Кладем сюда такие пуньк. Угу. Переработали несколько штук в энергию. Может быть, мы и ящик можем тогда переработать в энергию тоже? А мне надо было чума... А я могу путешествовать назад на этой адской штуке? Так. Ух ты! Стоп! Стоп, а как тебя остановить? Ёлки-палки. Стой, погоди. Секундочку, мне... В принципе, нравится то, что мы туда пошли, и что мы уже поехали, и вообще все вот это вот. Но неплохо было бы... Так, давай флаг поднимем. Можем флаг поднять? Ту-ду-ту-ду. Не, не можем. Так, флаг, походу, будет развиваться сам по себе, наверное. Так, адское коромысло, значит, мы привели в движение в некое... Ехать коромысло может, судя по всему, только вперед. А вот сюда что-то можно прицепить, наверное, я даже не знаю. Так, пока мы не поедем на адском коромысле вперед. Значит, перед тем, как мы поедем на адском коромысле, я хочу сходить назад в дом и немножко посмотреть. Потому что есть... так, сейчас, погоди. Мы же можем вернуться назад в дом? Можем. Ни хрена не видно из этой камеры. Значит, мы, как поросенок Фунтик, сваливаем с этого места. Я даже не знаю, как себя назвать. Кто я? Ну, пусть будет красная шапочка, я не знаю. Хотя какая-то это не шапочка даже. Не понял. В смысле, все, что ли? А-а-а, все. То есть я отсюда ушел и назад. Назад я вообще никак не вернусь. Блин, а я хотел саквояжик. Саквояжик хотел посмотреть, а назад вернуться нельзя. То есть я могу перемещаться только в масштабах, видимо, вот этой вот хренодрыгалы адской, на которую я запустил только что. Ну ладно, допустим. Хренодрыгало-то хренодрыгало. Тюк-т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 юк. Ну тогда поехали вперед, чтобы тут можем... Чу-чу, мазафака, как говорится. Так, а что мы тут еще можем сделать? Энергии, я бы сказал, тут не то чтобы очень сильно много. А вот это что такое? Что-то такое непонятно на самом деле. Ладно, давай нам небольшой малый вперед. Нет, небольшой, малый вперед, говорю. Ну что ж, поехали. Это что такое за хрень? Это какая-то лебедка, что ли? Тут какие-то крючочки есть. Возможно, это да, какая-то лебедка, типа что-то в этом духе. Которую как-то можно запускать. Так, все, что ли? Мы уж приехали. Это я недолго проездил. Так, ну-ка, поехали давай. То есть периодически надо эту хрень сбрасывать. Но сейчас, собственно, у нас все закончится.
Так, и давайте сразу проверим, можно ли переработать вот это вот. То есть мне надо искать всякий хлам. Да, и судя по всему, мне надо искать всякий хлам, который я должен перехреначивать в топливо для вот этого всего. Если я правильно понимаю суть происходящего. Интересно, а эта штука может бомбануть? Ну что ж, мы будем стоять вот здесь вот на мостике. Какая интересная штука. Это реально какой-то мега-трактор просто. Мне не нравится то, что он постоянно останавливается и приходится туда ходить. Это как-то можно пофиксить такую интересную вещь? Кстати говоря, что-то еще скорости как-то маловато. А может разогнаться потом? Там еще есть критически красная скорость. Давай подержим эту кнопку, может быть, это на что-то повлияет. Ну вот там Steam горит красненьким. Ва, там рубанули вообще. Но только у меня сейчас закончится немножко это. Топливо. У меня сейчас закончится. Вот буквально сейчас. Все. Мы, в общем, мы целом приехали. А это что такое? А, ну, в принципе, здесь можно... Вон, табуретку можно переработать еще в энергию. Что-то еще можно переработать в энергию. Наверняка еще что-то можно. Так, это у нас просто крутится. Здесь можно... Или не можно. Здесь, может быть, можно вылезти наверх, а может быть, нельзя. Так, ладно, выпускайся. И вот этот мне еще непонятно, что такое. И вот там еще два каких-то котла, которые что-то там... Равно минус, это дальномер какой-то. Вот это вот что такое? Вот это вот вообще решительно непонятно, что это за хрень. Ну-ка, красная шапка, пойдем посмотрим, что мы можем с тобой тут найти. Можем с тобой что-то найти здесь. В принципе, я могу еще скормить табуретку. Я не знаю, но... По идее, должно... А, ну вот. Я так и думал. То есть, по идее, должно... Наверное, я должен доходить через какое-то время до... До других штук, короче. Когда у меня закончится топливо, которое мне дали, видимо, я должен находить другое топливо. И, значит, с этим топливом дальше весело хихикая бежать. Ну, по крайней мере, я и так вижу. Так, ну-ка, где там? Угу. Так, две таких бочоночки. Две таких бочоночки дают нам возможность... Мне кажется, мы должны поближе чуть подъехать, а то что-то далековато как-то. Так, ну-ка, едь. Едь штука дальше. Может быть, мы можем их как-то собирать? И не можем. Так, все, он уже отжался. Да, где-то недалеко мы проехали. Надо еще грамотно управлять вот этой вот вещью. То есть, чтобы пара у нас в системе была не так, чтобы очень сильно до хрена. Давай, давай, подъезжай. А то мне слишком далеко будет таскать сюда штучки. О, отлично. Ты как-то на что-то влияет? Нет, ни на что не влияет вообще. Так, а как тебя остановить? Стой, 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 стой. Подожди, не надо никуда ездить. А то у нас же сейчас закончится закончится топливо же. Так нельзя. Ладно. Так, меня тащи. Плюх. Угу. Сейчас мы себя полностью заправим. Видимо, тут как
через какое-то время должен заиграть менеджмент ресурсов. А можно вот это сюда повесить? Можно, Марика. Хорошо, повесим это сюда. То есть, видимо, я должен как-то грамотно использовать систему ускорений, замедлений и вот этого всего для того, чтобы... для того, чтобы что-то. Так, подвесим эту вещь сюда. Ну и давай теперь... Надо вообще не тратить энергию. Мы же все равно сейчас под горку поедем, правильно? Я бы не сказал, конечно, что такая же прям горка. Ладно, давай мы возьмем разгончика. Так, под горочку съехали, разгончика взяли. Так, в лужу поехали. Угу, так, возьмем себе еще немножечко разгончика. Для того, чтобы преодолеть вот этот вот заход. Так, а здесь нам надо будет приостановиться сейчас. Так, приостановимся. И здесь какая-то красная мегабочка. Что это за красная мегабочка? Так, ну-ка, посиди здесь. Нет, вот здесь посиди. Так, я могу отсюда взять? Видимо, не могу я отсюда ничего взять. Меня интересует вот тут вещь. Что это такое? Хм. Блин, придется с обратной стороны обходить, да, из-за того, что я так сделал. А я могу вообще с обратной стороны отойти? Да, вроде как я могу с обратной стороны обойти. А здесь пройти могу? Ну, когда я могу это вытащить отсюда? Ой, мотать, какая красная шапка мощная. Смотри, вообще хорош. Красная шапка, мое почтение. Вот это вот что такое? Это какая-то, мне кажется, мегабочка, с которую я не знаю, что мы с ней оставим. Пока здесь поставим. Мне кажется, эта мегабочка может давать вообще 100% бензинского. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Тащим это сюда. Это мы поставим здесь, но пока... Хотя тут примерно половина. Ладно, это можно скормить, я думаю. Ну, давай, поехали. Поехали, штука. Нам бы ускорение себе придать. Можем придать себе ускорение? А то, что как-то мы медленновато заезжаем. Может, это турботопливо? Вот это красное. Мы попробуем зарядить в следующий раз такую штуку. Не-не-не-не-не-не-не. Поехали, поехали. Мы сейчас себе еще ускорение дадим. Сейчас оно зарядит. О, давай, оба-на. Вот, и поехали, 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 поехали. На адском хренодрыгали. Можем даже еще себе дать ускорение. О, вообще. Вот это мы нормально разогнались. Надо было, наверное, в принципе, поддерживать такой прекрасный разгон. Хм. Хотя вот у нас есть вещь, которую... Так, подожди. Которую надо собрать. Так, штука, стой. Если я пойду соберу такую вещь. Я думаю, что лишней она не будет у нас. Просто куда-нибудь девать. Так, ну, повеси вещь здесь. Значит, нет. Вещь, давай. Надо вот это вот запихнуть, посмотреть просто, что это такое. Да, я так и думал, эта бочка дает просто полностью забор. Ну, поехали. Это у меня там, по-моему, немножко бурахлит в моей адской машине. Так, сейчас мы себе дадим ускорение. О, погнали, вообще хорош, поехали. Главное не пропускать эти штуки волшебные. И мы приехали к какому-то устройству. Может, оно мне нужно? Хотя...
Я, наверное, залезть-то в него не могу. Или могу? Так, судя по всему, залезть я в него могу, прямо ровно как раз вот на этой вещи. Угу. Ну что ж, ладно. Значит, дальше, чем нужно, меня все равно не пропустят. Да? Здесь же можно залезть? Да, здесь можно залезть. Здесь можно залезть, и там наверху что-то есть. Интересно, это что такое? Что это такое? Что это такое? Что это за хрень? Это мячик какой-то просто? Ну, не знаю, ладно. Нужно мне это, не нужно, пока непонятно. Поэтому пока это оставим в таком виде. Тут еще, смотрите, флаг еще развивается. Наверное, еще какая-то сила ветра есть или что-то в этом духе. Кран. Да, кран, это я вижу. И, значит, можно нажать на кнопочку. Ой, это мы себе сейчас приделаем... Это какой-то парус? Что это такое? Нажать больше на нее нельзя. В общем, напортачить невозможно. Даже если бы я хотел напортачить, у меня бы это не получилось. Так, ладно. И что это такое? Похоже на парус. Реально парус. А как его свернуть? Или он сам сворачивается? Ну ладно, допустим. То есть пока ветер дует в ту сторону, в которую нам надо, мы можем идти под парусами, не тратя топлива. Это, безусловно, круто. Так, а если я отойду, то через какое-то время он, получается, сдуется, наверное, да, сам? Или к нему все-таки подойти, надо шпоу спустить? Нет, к нему все-таки надо подойти и нажать еще раз на кнопку, получается. Угу. Ладно, значит, мы тогда развернем вот эту вот вещь и будем вот здесь вот стоять. Смотреть это интереснее, чем играть. Потому что, когда смотришь, можно насладиться всеми вот этими пейзажами, которые тут есть. А когда играешь, надо смотреть, чтобы какую-нибудь ботчику не пропустить случайно. Значит, получается, что мы будем пристраивать себе по какому-то кусочку каждое сколько там. То есть будем доходить, видимо, до каких-то ключевых мест, и вот эти вот вещи, которые пока непонятно зачем нужны, видимо, будут зачем-то нужны. Да, растительности вообще нет. Тут, видимо, какая-то война случилась ядерная, может быть. Хотя, учитывая корабли, может, просто берег такой соляной или какое-нибудь бывшее озеро, море какое-нибудь, нахрен озеро с кораблями с такими... Так, ну вглубь я не могу ходить. Значит, соответственно... Так, сейчас, погоди, не район час, нам надо будет тормозить сейчас. Не надо. Угу. Тревожная музыка заиграла. Так, это мы убираем. Значит, парус нам надо свернуть. Заиграл тревожная музыка, и чего? Назад же я не могу ехать, правильно? Я же не могу ехать назад. Ну-ка, вот эта вот штука... А-а-а, вон это что?
Это значит, что здесь может быть пожар. То есть, видимо, если я Steam забуду сбросить, то моя хренодрыгала адская, походу, загорится. Так, ладно. Странно, что я до сих пор до этого не довел. Значит, нам надо... Вон там внизу какой-то... Что-то есть какой-то саквояжик. Саквояжик? Саквояжик мы отсюда не возьмем. Ну, давай выпусти, спустим себя с другой стороны. Что-то можно взять. Можно спуститься вниз вот здесь. Это что такое? Это, видимо, какие-то артефакты прошлого. Что это за вещь? На совушку похоже вообще. Вон такое ощущение, что это сова. Хотя, может быть... Может быть, я слишком сильно преувеличиваю. Дайте мы это скинем сюда. Вообще на сову похоже. Если на сова, то это вообще круто. Что-то еще можно украсть. Картина Ивазовского у нас тут есть. Да, картина Ивазовского. И что-то тут еще. Это вот что такое? О, колокольчик. Класс. А как им потрямкать им как-то можно? Я не знаю, зачем я собираю весь этот хлам. Может быть, его можно куда-нибудь потом привесить дополнительно. Кстати, вот этот хлам можно привесить... Не, вот на эти штуки, наверное, вряд ли. Они, наверное, для чего-то будут нужны еще. А, подожди, эту хрень... А, вон это что? В принципе, правда, непонятно, что это, но... Ну, вон это что? А, это тащить можно. Ёлки-палки. Вы что, на полном серьезе мне хотите сказать, что вот эта вот красная шапка в состоянии... Ага, можно даже тянуть руками. Вот это да, игра раскрывается с новых сторон просто. Так, пойдем мы тогда вот этот колокольчик подвесим куда-нибудь сюда. Так, подвесили колокольчик. Колокольчик подвесили, пойдем посмотрим, что у нас там еще. Короче говоря, если кончится бензин, его можно как бы траки на Волге просто тянуть. В одно лицо. Может быть, можно даже еще что-то им захреначить дополнительно, я не знаю. Хтдыщ. Хтдыщ сработал. Все, мы можем продолжать свой путь. Ну-ка, подожди-ка. Реально вообще, слушай. Я на полном серьезе могу эту хрень тянуть. Вот этот поворот. Так, во-первых, мы давайте, наверное, себя подзаправим. То есть проиграть здесь нельзя, похоже. Я думал, что если неправильно менеджить ресурсы, то ты проиграешь, но, судя по всему, нет. Ладно, открываем тогда парус, пока нам ветрище благоволит, и поехали. Сейчас мы приедем, видимо, еще какой-то штуки. О, знак стоп. Не, подожди, а какой нахрен здесь знак? Какие-то очень странные пейзажи. Тут и выброшенные корабли, и знак стоп, и краны портовые явно, и другие корабли. Зачем здесь знак стоп, вообще непонятно. Здесь типа раньше была какая-то дорога. Ну ладно. Может быть, интересно вообще, у него какой-то конец логически есть у этой игры, или мы так и будем чилить здесь бесконечно? Ну, будем чилить, пока не надоест. Только, наверное, не в этой... Да, не в этой серии уже. Сейчас мы до какого-нибудь логичного места дойдем. И с него тогда в следующий раз начнем. Ты какой-то адский корабль просто. Ага, вот, по-моему, у нас и логичное место как раз, до которого мы сейчас сделаем чебедох. Так, все, сворачивайся. Бдыщ. Да, этот бдыщ неспроста. Я, подожди, там что-то упало. Ей-ей-ей-ей-ей, что такое? Как оно выпало? Стоять. Как и откуда оно выпало? Это же штука, которую я тут оставил.
Ой, это что-то закоротило у меня. Как так? Это из-за того, что я чебидок сделал, закоротило? Эй! Что-то не работает прям. А меня током не шандарахнет случайно? Интересный тормоз, кстати. Но тут явно с этим что-то не так. Явно с этим что-то не так. Явно, наверное, может быть, у меня закоротило, потому что я приехал к какой-то ключевой точке как раз. Ладно, в следующей серии мы тогда с вами будем разбираться, что с этим совсем делать. Можем даже, наверное, поближе подъехать, а может быть, и не, а может, нам и не надо поближе. Я вот вижу там немножечко топлива. Ну, кстати, можно собрать. Соберем немножечко топлива. Ну-ка, открывайся, давай. И куда бы его только девать? А, вон туда можно девать. Уньк. Так, целая канистра. То есть мы можем заправить свою машину раз полностью, два полностью и еще половинкой. А, даже не половинка, вон тут еще один лежит. Три полностью. На три полных бака у нас есть. Можем доехать хоть до Китая, если тут он есть, конечно. Если постапокалиптический Китай здесь остался. Слово сказать, мы можем его сразу сюда, главное на кнопку не нажимать. А то у нас будет перерасход по энергии. Ладно, вот такая вот игра. Обязательно будет следующая серия через какой-то промежуток времени. Я потом напишу, через какой. Спасибо за просмотр. Если ты досмотрел до этого момента и видео тебе зашло, не поленись что-нибудь написать и что-нибудь поставить. Это бесплатно и поможет каналу расти дальше. Уведомления о новых видео ты сможешь получить, только подписавшись и включив несчастный колокольчик в настройках.